Осторожная инфекция. В Казахстан надвигается калифорнийский грипп. Карагандинцы напуганы известием о новом виде вирусной болезни, которая может иметь даже смертельный исход. Как защитить себя и своих близких от новой напасти, разбиралась Аида Ибраева. ОРВИ и грипп – самые распространенные инфекционные заболевания, ведь способы заражения ими очень просты, достаточно одного рукопожатия. Более того, восприимчивость к вирусам всеобщая и высокая, а известие о новом виде вирусной инфекции сразу нашло отклик у карагандинцев. Да, я слышал об этом по интернету, и поэтому я вакцинировал себя и своих детей, чтобы не болеть. Значит, говорит о том, что все-таки у нас медицина, хоть мы ее ругаем, но неплохо работает. И когда, знаете, вот мы часто ругаем, а сами виноваты, вовремя не приходим. Вакцинация ведь была, то есть мероприятия были. Нас все время приглашают, приходите. Но если мы не идем, что с нами делать? Всем известно, что такое заболевание, как грипп, особо опасно даже для самого здорового организма. Ведь на фоне инфекции могут развиться серьезные постгриппозные осложнения. Бронхит, пневмония, поражение сердечной мышцы. И вдобавок ко всему могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания. Врач-инфекционист Айжан Иманова подробно рассказал о калифорнийском гриппе. Калифорнийский грипп это делится по типу свиного гриппа, как серотип на штаммы С, группы С. И этот калифорнийский грипп, он клиника такой же при гриппе вот, типа А и Б, проявляется симптомами вот, температуры, лихорадка первые 3-5 дней, насморк, заложенность носа, диарейные синдромы. По данным Департамента госсанпединстанции, в Казахстане уже зафиксированы случаи поражения гриппом. По Республике Казахстан на сегодняшний день зарегистрировано 9 случаев гриппа. Вот, это в основном Алматы, Астаны, Восточный Казахстан, Северный Казахстан. Вот такие данные по нашему региону, значит, проводятся тоже вирусологические исследования по выявлению вируса, да, гриппа, но, значит, выделяется в основном острой респираторной вирусной инфекции. Однако, как уверяют специалисты, за здоровье не стоит опасаться, если меры по предостережению болезни были приняты вовремя. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.